Говори, что...
Ты как раз вовремя. Я только что закончил приготовление. Если ты хочешь перенести меня в Ситариф, почему не сделал этого сразу, в крепости? Ой, твои познания в магии до сих пор очень ограничены. Все дело в обелисках. Если их нейтрализовать, мы поставим весь город под удар. А их сила помешала бы заклинанию. Мы же не хотим, чтобы тебя телепортировало внутрь скалы или даже горы, правда? Ясно. А отсюда ты без проблем телепортируешь меня в Ситариф? Возможно. Возможно? Я предпочел бы уверенное «да». Я же не человек-телепорт. Действие этого заклинания может сильно меняться. Но я сделаю все возможное, чтобы обеспечить твою безопасность. Приятно слышать. Если боишься, можешь пока прогуляться. Когда захочешь телепортироваться, дай мне знать. Мне встретились волки, одержимые некой демонической силой. Их удалось убить. Значит, это они. О чем ты? Когда началось извержение, я почувствовал присутствие божественной силы Белиара. Поначалу она была далеко. Затем начала приближаться. Должно быть, это были волки. А сейчас ты эту силу не чувствуешь? Чувствую. Но она далеко. Она исходит от вулкана и от Ситарифа. Почему ты постоянно помогаешь мне бороться с твоим же богом? Помогаю? Да. Что ж, это лишь видимость. Не будем больше об этом. Почему ты не отправился в Ситариф с остальными? Если бы мы все бежали, Терниару некому было бы защищать. Мильтон решил уйти, а я остался в Терниаре с Мердарионом, чтобы поддержать короля. Что там было до извержения? Непроходимые джунгли, как на юге Ситарифа, но лава выжгла абсолютно все. Да, читай свое заклинание. Хорошо. Через несколько секунд ты окажешься в Ситарифе. Ну, или неподалеку от города. Да, чуть было не забыл. Мердарион передал это тебе. Может пригодиться.